Зірковий коктейль, програма про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях Яна Клім та Андрій Царьков. Я вітаю вас. Андрію, перше запитання до вас. Ви нині існуєте, їздите Україною як проєкт «Царь». Якщо я не помиляюся, це саме був ваш задум от реалізувати тебе. Правильно? Правильно я здогадуюсь? Чому тоді, знаєте, ви хореограф, танцівник? Чому от вам захотілося пов'язати, ну, на тепер, скажімо, своє життя трошки із вокалом, із дуетом, із співами? Я свою життя якось зв'язував з тим, що мені комфортно. Ну, тобто, це якісь амбіції, якісь свої, іменно творчі моменти. Я думаю, що на цьому останавливатися не збираюсь точно. Просто, может, это будет что-то еще другое. Вот, поэтому я просто связываю свою жизнь пока что с творчеством. И то, чем я хотел бы заниматься. Что же касается вокала, это там, к Яне, наверное, не ко мне. Реализовывает все Яна. Я просто задумываю это все, придумываю. Ну, не без лепты, конечно, Яна. Ну, я знаю про те, що ви шукали довго вокалістку. Чим саме от Яна вас зацікавила? Чому саме серед багатьох дівчат обрали її? Ну, не було багато. Я вроді смотрел і общався. Ну, Яна це було сразу в десятку. Це как бы то, що я изначально видел, коли задумував музикальний проект в самому його початку. Когда ще ні одної пісні не було. Ни одной музыки еще, ни одной ноты сыграно, а вот я уже себе видел какую-то картину. Вот, и когда мы постучались с Яной, опять же, благодаря работе, завязался у нас такой творческий тандем. Вот, и Яна, ну, в первую очередь, музыка — это состояние, это настроение для меня лично. И именно поэтому, по такому принципу, я выбирал человека, который бы смог передать то, что вот близко мне. Чтобы это отозвалось, человек все-таки это творчество. Мы в основном говорим о шоу-бизнесе, да, но нужно понимать, что любая подоплека шоу-бизнеса — это творчество. Вот. Хочет этого артиста или не хочет. И когда мы становимся на какой-то некий творческий путь, обязательно должны быть люди внутренне схожи с тобой, то есть единомышленники. Вот Яна оказалась таким единомышленником. Я надеюсь, тоже. Знаете, что самое интересное, что я оказалась последним человеком, который закрыл этот круг у Андрея. Да? И с этого момента, когда я приступила к реализации проекта, все начало двигаться, начало дышать. Поэтому все творчество без границ. Вот. И в нашем проекте этих границ абсолютно не существует. Что мне и нравится. Работать с Андреем, он позволяет делать все. Да, есть какие-то коррективы, потому что есть свои нюансы, да, но тем не менее, это действительно творчество. Для меня это творчество, поэтому я с ним. Розкажіть, як ви працюєте? От я так зрозуміла, що у кожного є своя ніша, хтось за щось конкретно відповідає. Цікаво. Ми, кстати, обсуждали этот момент, да, что Андрей говорит: каждый делает свое. Я говорю, да, каждый делает свое, но все равно в самый последний момент меня все собирает Андрей. Потому что то, как он видит, мы чувствуем, мы делаем, но видит весь результат только он в своей голове. И очень интересно мне со стороны наблюдать за всем процессом, потому что в итоге действительно все получается, люди подходят, приходят в наш проект. И все в итоге складывается именно так, как он планировал. И это интересно, потому что теперь не только он видит картину, но и мы наблюдаем, мы работаем над этим всем. Всего-то запутались, в чем правда, откуда любовь начинается.
наскільки серйозно ви взялися за свою діяльність? Буває, знаєте, так, що так берешся, загораєшся, потім проходить рік, два, а я спілкувалася з гуртами, вони говорять про те, що вони 5 років викладаються максимально для того, аби потім покрити все ж таки, підкорити шоу-біз. Наскільки ви серйозно взялись, наскільки ви ладні от викладатися для того, аби ваш проект зараз не згас, але і через 5 років функціонував, через 10? Я скажу, що до сольного старту я була в трупі, і для мене це була дуже хороша школа. Да? І зараз я стартувала сольно, але в цьому всьому я вже показую себе. А если ты показываешь себя, то ты идешь в этом до конца. И в этом, наверное, мы сошлись и с Андреем, потому что он меня спросил, ты пойдешь до конца? Я сказала, да. Потому что это открыто, это честно, от этого ты не устаешь, это творчество. Есть люди творческие, есть люди там, экономисты, банкиры, все остальное. Я творческий человек. Я это чувствую, я иду за своим чувством, за своим сердцем. Поэтому мне кажется, что вы спрашивали про серьезность. Я серьезная. Так, вас я почула, я на Андрея тягала. Вы сказали, 5 лет, бились, стучались. Это вот реально за много лет работы в шоу-бизнесе. Я понял, что это среднестатистическая цифра, вот этих 5 лет. Когда артист уже начинает реально, его начинают слышать. Не просто слушать, а его начинают слышать. То есть это такой этап. Да, были проекты и побыстрее, или благодаря своему какому-то творческому, творческой золотой середине, или хорошему менеджменту. Все-таки это шоу-бизнес, и как и можно творчеством взять, так и можно навязать людям. Но это, что мы изначально серьезно, я бы не затеял вот это все. Да, я где-то авантюрно к этому отношусь. Вот. Но, конечно, мы очень серьезно к этому относились. Ви говорили про плейлист, і мені цікаво, до якого все ж таки жанру ви можете зарахувати свою творчість? Все це. Чи визначилось для себе? Так. Да. Ти можеш теж скажи, я визначився. Вот есть у нас музыка вообще в стиле фанк, да, а есть электроакустическая. И если вы, есть минимал, я, чтобы не перечислять, это те, которые готовы, да, а есть еще же творчество, я же говорю, процесс, ну, такой, неиссякаемый, и есть еще очень много то, чего еще мы просто, оно ждет своей очереди. Вот, поэтому определять, в каком стиле мы работаем, уже с этой рамки стерлись. Вот посмотрите, у артиста ты можешь найти в одной композиции и соул, и R&B, хип-хоп, там, и джаз. То есть, как бы, музыка, оно и творчество, оно неосязаемо. Вот, и почему-то я не, когда я создавал что-то, я не придерживался каких-то правил, создавал то, что я хотел. Но правильно говорить, у меня музыка, наверное, скорее всего, написана танцем, потому что я все-таки танцор изначально. Вот, и я ее танцую, потом переводил это в звуки. Не знаю, как будет дальше, вот альбом, на альбом меня хватило. Это такой непростой процесс, я все-таки не музыкант, я не композитор, хоть и сам тексты пишу. Ну, не знаю, как будет дальше, потому что чувствую, что нужно мне чуть-чуть в этом же, быть в этом же, но немножко другими вещами позаниматься. Поэтому я говорю, что тут связываю свою жизнь только с творчеством. А что оно будет дальше? Возможно, книгу какую-то, роман напишу. Я еще проекты пишу телевизионные. Вот. Мне очень нравится сейчас эта стезя. Я очень много внимания тоже и этому уделяю. Вот. Непонятно, Дэвид Фридман у нас проект сам. Ян, а вам сказали, вы как вокалистка, вы нет. Помните на миг или с Андреем? Нет, сразу. И это хорошо. Да, это хорошо, потому что было бы очень странно, если бы было бы по-другому. Я поначалу очень с интересом подошла к аранжировкам, которые были написаны действительно танцем. Когда я стала у микрофонной стойки, меня так много сбивало разных звуком. И причем она писала, это дельфин, там еще что-то, знаешь.
И ты так потом погружаешься. Для меня нету стиля в нашей музыке. Действительно нет. Потому что он настолько смешан. И то, что даю я в итоге, как вокалист, оно не имеет стиля. Для меня это не имеет стиля. И это и классно. Пусть, как многие говорят, мы относимся к артистам не формата. Ну, тем не менее, людей качаем. У нас есть своя публика, свои какие-то лайки, да? Ну, мы не в буквальном смысле слова. И мы им рады, и мы им говорим огромное спасибо. Есть те, точно так же те, кто нас не понимает. Я понимаю, почему они не понимают из предыдущего вашего вопроса и моего ответа. Вот. Но тем не менее, делать то, что делается, то, что нужно делать, если мы в этом бизнесе. Изначально такой задачи не было, это была просто творческая реализация, амбиции для себя же, да, и показать себя другим. Наостанок нашого з вами спілкування пропоную пограти в таку асоціативну групу. От вам варто уявити, що існує коктейль під назвою «Цар», скажімо, ваш проєкт, да? От, і от які інгредієнти ви туди намішаєте? Це має бути на такому асоціативному рівні. От з чим ви асоціюєте ваш проєкт, ваш дует, скажімо так? Да, перше, гітара, імбір, вітер, дождь, босые ноги, босые ноги. Ой, я могу долго продолжать. Песок. Звук животных. Золото. Любовь, точно. Тепло. Продолжать, и можно много, я могу много. Это не потому, что... Это чтобы вы понимали, это частично от него и от меня. Мешаю. Вот, это то, что, ну, если честно, да. Это поцелуи, это страсть, это красивые люди, это медитация, это растяжение. Awesome. Нет, растяжение не физическое, а растяжение сознательное, бесконечность. Ну, грубо говоря, если назвать коротко этот коктейль, это то, что имеет натуральную основу изначально. Изначально натуральную свою от природы основу. Яна, ще щось будете додавати? Я согласна. Що ж, я дякую вам за спілкування. Дуже приємно було з вами поспілкуватися, дізнатися про вашу творчість. І я також хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. І ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.